Так начинается новый учебный день в школе искусств. Подобных школ немало в крае. И все-таки это особое, как считают ребята. Ведь живут они в Шушенском, где все связано с памятью о Владимире Ильиче Ленине. Первые уроки, первые встречи с искусством. Как важно, чтобы состоялись они у наших ребят, где бы они ни жили, в городе или на селе. Духовно богатыми, красивыми людьми хотим мы видеть будущее поколение. И пусть не станут эти девочки и мальчики музыкантами или танцорами, но их путь к искусству, к постижению прекрасного, уже начался. Здесь, дома, в родном селе.